Всем привет, дорогие друзья, мы вернулись в террарию после продолжительного перерыва. Мась, ты их через дверь не ударишь. Ну а вдруг? Ну понятно, попытаться, конечно, стоит. Все понимаю, осторожнее, осторожнее, нежнее. Слушай, а что у тебя опять старый меч? Где твой железный, который я тебе дал? Точнее, свинцовый. Вот он. Ну так вот им и херач. Эти деревянные повыбрасывай. Сейчас мы их изнасилуем. Так, дети, как говорится, до 16 уши закрыли. Никто не смотрит эту серию. Да? Что ж, смотри. Мы тут немножко набусь-буськали. Возьми там себе 99 слитков свинца и 99 меди. А еще сердечки, только не все забирай. Вот. Я тут нахомячил немножко перед началом игры. Ага. А где свинец? Лид называется, который... Как? Лид. Лиад. Бар. Да, только там все не забирай. Да, себе 99 возьми, закрой ящик, а то я не могу ничего себе взять. Так, ладно, я пока пойду себе броню сделаю. Хотя нет, по-моему, броню из нее нельзя делать. Что там, все нет? Я меч возьму. Я меч сделаю. Лид. Возьми, да, лид. Ну, я взяла лид. Все, тогда иди вон, как я, к наковальне и сделай себе новые вещи, новую кирку. Более крутую. О. А старую я не помню, как их обратно обрабатывать. На слитки как-то можно разбирать, я вот только не помню, честно скажу. Как зайти в наковальню? Наковальню? Просто подойди к ней, нажми эскейпук. А, вот есть, да, шлем можно захерачить, смотри. Но практически сожрет все. Ты меня же оставила там? Добро. Да. Он не работает. Нет, Escape нажимаешь, и вот открывается такое же меню, как у меня. Видишь, я в Escape. Прикинь, мне на ботинки не хватает. Escape. Так. Чуть-чуть не оставила. Чем я сердечки не взяла? Подожди. Так. Вот у нас было Wood, да? Да, там, короче, смотри, в сундуке остались сердечки. Активируй их все, чтобы жизни поднять. Слышишь? Это обязательно. Вагонетка. Подожди, ты мне сейчас мозг не это. Я тебе ничего, я просто тебе говорю, активируй. Это потом, когда вернешься. Так, я сейчас новый стол поставлю, крафтовый. Пойду внизу его поставлю. Вот здесь наверху уже мест нету. Смотри, что можно делать. Ману скрафтим. Окей, смотри, статуи буквами, прикинь. И чё, ради этого я мучился, ставил этот станок сраный. Охренеть, мась. Чувствую себя лопухом. Чё там за станок? Большие ворота, смотри, можно скрафтить большие ворота. Да, печаль, беда, люди сейчас. О, привет! Сайка прокачала себя? Наверное. Сделай себе топор и кирку из этого материала. Мне, в принципе, как раз хватило. Даже слитки еще остались. Я их обратно положу. Я смотрю, ты сюда все дерево спихнула. Угу. Вот знаешь, честно скажу, я не помню, как их разобрать. Вот как-то была тема с разбором. Как-то можно было их уничтожить. Может, потом... Сейчас на данный момент я не вижу, чтобы было что-то, чтобы могло помочь нам их разобрать обратно на слитки. Я посмотрю, конечно, варианты. Так. Нет, это не то. Нет, мась, не вижу. Ну, короче, на будущее я сразу скажу, что есть возможность. Мась, нажми опять присоединиться к красной команде через меню эскейпа. Все, видишь, теперь мы друг друга видим, красненьким подсвечивается. А ты мне же сказал сердечки забрать. Да, да, сердечки хавай, чтобы поднять себе уровень жизни. Ага. Эти все ты мне оставил или нет? Все, прям все заюзай. Только это, закрой сундук, возьми себе их в инвентарь. Там это, большой слизень. Зонтик. Да, слизень-попыгайка. Слизень попыгайку. Ничего не выпало. Жаден. Жаденко. Так.
Ладно, я потом попытаюсь вспомнить, как добыть. Ты себе поменяла, да, кирку, топор, меч? А, меч я тебе уже давал, так что кирку, топор. Так. Возьми еще в сундуке, есть, короче, тут вот эти, такие наручи и радар. В нижней правой части, когда сундук открываешь. И поставь себе их аксессуары. Аксессуары находятся, когда эскейп нажимаешь, вот здесь, смотри, вот эта колонка, вот эта правая. Аксессуары. Туда их перетащи. Такой дождик противный. Маленький противный дождик. Что ты должен взять? Радар еще? Радар и наручи. А что это такое? Ну, наручи это. На рукавнике. Okay. Это аксессуары, у них есть свои как бы плюшки, которые они дают. Понимаешь? Абана. Ща я. Обману бедного несчастного. Так, смотри, что я могу сказать на данный момент? Что-то мне как-то не нравится, как звук игры. Как-то, мне кажется, он более громкий, что ли. Потише малявку поставлю. Потому что чересчур громко. Бойсик. Да. Ты убезяли? А что ты хочешь от меня? Я от тебя... Да я пойду... Надо бы железо найти с золотом, было бы неплохо. Пойду ковырять. Теперь это добывается, вон, смотри, со свинцом-то гораздо круче. И ого, ты далеко убежала, уже на 500 футов. Ты за кем там убежала-то? Ай, мне бы сейчас подняться. Куда у меня там? Рвануло так. Не скажешь? Я вот иду сейчас по тому месту, где ты тут рылась. В пещере. Ага. Туда ты тоже, видимо, проходила. Окей. Смотрю тут на страсти мордасти, которые ты наставляла. Что? Слушай, я не знаю почему, но я не могу. А вот все. Не мог, короче, прикинь, факел присобачить. А как ты туда попал, и здесь все закрыто? Опять на меня ругаешься, что это? Я на тебя не ругаюсь, мне интересно стало, как все попало. Плюс ты убежала от меня, бросила меня и меня кинула. Нельзя же так. Как тебе не стыдно? Я иду. Идешь. Я зашел в твою пещеру, роюсь тут, в своей пещере. Путь держу. Вот у тебя воды. Тик. Вот эта кирка работает намного быстрее. Да, она быстрее добывает. В этом-то и вся фишка новых кирок. Слушай, там, по-моему, какая-то руда, я вижу. Два вида руды. Надо бы как-нибудь их аккуратно собрать. О, тут сундук есть, прикинь. Так, дай-ка открою, что тут. Копье, прикинь, да? Я не знаю, что оно делает, но я могу попробовать, в принципе, потыкать. Я какое-то зелье выпил. Ой, ё-моё! Я случайно выпил зелье, которое меня тпшнуло домой, прикинь. Что ты хулиганишь так? Я не прочитал, что там написано, и как-то вот так получилось. Слушай, копье прикольное. Смешное, конечно, но прикольное. Вон, бусик. Такой наш самотык без вазелина. На, так. Оп. Тебе скучно и одиноко, ты хочешь острых ощущений? Хопана, копье! Да? Блин, я вообще удивлен, что Steam до сих пор еще не запретил мой канал. С иными-то выражениями. Ха. Да ты еще более-менее, где ты... Ну... Там, просто если там почитать условия, да, как бы, ну, вообще Стима, то он как бы за такое должен банить каналы. Либо видео выпиливать.
Одно из двух. То есть, в общем, он как бы не даст тебе так хулиганить. Там рыба летает, прикинь. Да нет, знаешь, я видела... Вчера что-то в Ютубе шарилась, наткнулась на какого-то летсплейщика. Он там такие маты загибает, так что... Не, ну на матах тоже нехорошо. Так вот пожалуется, и весь канал его могут выпилить, если много жалоб будет. Если они, конечно, будут обоснованы. Сейчас как сюрикенов накидаю. Вот у этих страшных ребят. Сюрикены. Это японские вот эти звездочки. Я вон их набросал. Определенное количество. О, летучую рыбу убил таким методом. Сюрикена. Так. Хорошо. Я забрал сундук себе. На хранение. На всякий случай. О, песок, да? С водой. Давай-ка. Опа-на. Песок, кстати, нам тоже не помешает. Так вот будем, если крафтить что-нибудь интересненькое. Например, там окошки какие-нибудь декоративные, да? Как ты думаешь, песок же будет не лишним? Возможно. Я думаю, как бы оттуда воду аккуратно тихо слить. Вот тут залежи большие песка. Вообще капец. Прилично. Придется прокопать нехило. Понятненько. Ага. То есть надо как-то сделать так, чтобы он аккуратненько скатилась вода. Хорошо. Попробуем сделать грязь, да? Конечно. Так. Аккуратно вот так вот спустим воду. Хлоп, потекла. Теперь надо здесь хорошенечко успеть быстренько слить ее вниз. Там он сейчас переполнит все. Сейчас факел, наверное, уже. Все, снесла факел. Вода. Хулиганская вода. Главное, так интересно здесь все так. Здесь, видимо, где-то биом пещерный есть, данжевый. Поэтому такой цвет. У воды сразу резко дерзко. Пусть ты там не боишься далеко так от меня гулять? А ты же меня спасешь. Как? Я слышу вредину. Вон он, вреднявый. Любитель хулиганить. Делать прыжки. Так. Стоять, боец, подонок, подлец. Так, это все хорошо. Давай посмотрим. Бросим хотя бы хоть что-то. Я вообще ничего не вижу в темноте. Так, там воды не было никогда, да? Значит, будет. Ой, сейчас задыхаться начну, представляешь? Ты осторожней. Да, я немножко лоханулся. Пропустил этот момент. Так, надо воду слить. Здесь, по-моему, он медь есть через стенку. Сейчас я подобываю. Нет, да подожди, мы не договорили. Если что, ты же меня спасешь. Я не знаю, я подумаю. Твоим поведением. В смысле ты подумаешь? Ты же меня любишь. Не, ну нормально, а ты там будешь нарываться на злостных дядек, а я должен тебя спасать. Вот так вот, да? Вот так вот ты меня любишь. Вот ты будешь проявлять заботу и героизм. Я думала, о каком... Героизм на уровне самоубийства? Каком я защитник. Самоубийство.
Утекакой самоубийся. Да? Ты ж понимаешь, я утрирую. Защитник, а ты? Защитник. Да ладно тебе, чё ты меня ругаешься? Знаешь, тебя уж там что-то мерцает, смотри. Пещера, главное, там что-то мерцает, какое-то растение. Такое непонятное. Ну-ка. Попробуй прорыться туда. Что там за обездоленные, униженные растения тусуют? Так. Почти прорылся. Нужно воздушный пузырь сделать. Ух. Мать, ничего себе, ты почти на 1000 футов от меня ушла. Ты в курсе? Нет. Путешествуешь, да? Без меня. Не стыдно? Ты же без меня путешествуешь. Где я путешествую? Я роюсь в подвале каком-то. Я тоже. Да, но ты это делаешь за 1000 от меня, как говорится, километров. За добрую 1000. А я здесь, недалеко, около дома практически. Роюсь. Какая-то руда, по-моему, медь. Да, медь. Блин, я думаю, какая-то более интересная руда. Казалось, просто медь, представляешь? Бывает. Печаль какая. Вот знаешь, что самое интересное? Теперь, когда мы надымбили, вроде как достаточное количество свинца, да, и нам уже не как бы, ну, интересен, но не остро стоит, да, его необходимость. Я его нахожу. Теперь свободно. Ну, как всегда. Ну. Желал свинца, пожалуйста, получите, распишитесь. Так. Опять темно. Бросаем факел. Я вижу, там впереди тоже такая же какая-то пещера есть интересная. Тут какое-то колечко появилось, прикинь, оно золотистое, разбрасывало монетки. Представляешь? Интересно так. Это руда, как всегда. Но... Вот реально, ты не поверишь, но Бадхёрт вызывает тот факт, что теперь куча руды. Когда она не острая, ну как бы необходимости нет у ней, ее столько, что просто не знаешь, куда девать. Естественно, все соберу, в любом случае нам лишнее не будет, но очень обидно. Да? Конечно. Это очень обидное дело. Слушай, тут какая-то новая руда. Ага, новая. Представляешь? Не помню, как переводится, что-то какая-то. Вольфрам, по-моему, это. Вроде бы. Ну это так, я поясняю, что вроде бы, я точно не уверен. Сколько не знаю точно. Вроде бы вольфрам. Следующий, как бы, ну, вид руды тоже такой прикольный. Гораздо круче, чем свинец. Так. Ой. Что такое? Да, ничего, этот камень мне уже надоел. Что поделать? Каменная да... жизнь. Да его капец много. О, нифига, я что-то нашла. Да? Что-то нашла. Какой-то данжик? Что? Нет, я нашла какую-то руду. Да? Какую? Купер. Это медь. Это просто медь. Типичная. Ну хоть что-то, понимаешь? А то этот камень меня уже бесить начал. Если только так. Ну иди сюда, иди сюда. Походу ночь настала. Возможно. А ко мне зомбак пришел. Да, тут за мной пытаются плавать эти. Да
там еще глазик летает. Скажи мне, я тебе скажу. Медузы плавают, хотят убить меня. Представляешь? Хулиганки. Медузы-хулиганки. Я сливаю воду куда-то еще дальше. То есть есть место такое одно интересное, я еще дальше сливаю. Не знаю, сколько там месяца воды. Она текет просто так. Вот. Она просто текет. Вода. Я поняла. Пойду медузок пока убью. Прилично так, кстати, сливается воды. Скажу я тебе. С медузы, кстати, падают эти палочки светящиеся. Это очень круто. Мне как раз таки нужны. Так вот в темноте хлобысь. Забацать свет. Там рыбка золотая. Рыбка, сюда иди. Рыбко. Прикинь, рыбка от меня уплывает. Как так можно? Рыбка, иди сюда. Готово. Оп. Хватанем немножко воздуха. Ого, как вода стремительно уходит. Если еще до этого там она вообще ни в какую не хотела. Сейчас мы так стремительно ушла. Но больше не уходит, значит все. Видимо... Та пещера заполнилась настолько, насколько можно заполниться, судя по всему. Что ж, пойдем проверим, да? Пойдем. Сейчас проверим. Ой, что, мне чувак идет, ну давай, я тебя покромсаю. Это с одной стороны хорошо, тебе хотя бы не так скучно будет, не так ли? Не знаю. Так, смотри, я не знаю, что там происходит, не вижу, да? Вот брошу палочку. За мной охотятся 6 чуваков. Да, тут пещера была просто такая, как бы, ну, не менее крупная. И я ее заполнил, судя по всему. Главное написано, что за мной охотятся 6, я 3 убила, и все равно 6. Где-то рядышком еще, значит, остались. Так, дышим, дышим воздухом. Так. Тут имеем. Ну, какая-то руда, может, это золото? Не, это медь. Представляешь? Я думал, что это что-то интереснее. Оказалось, просто медь. Ай-ай. Задыхаюсь. Так, там. Не могу понять, там еще какая-то пещера или что? Так светится, подсвечивается. Не могу понять. Складывается ощущение, что там, знаешь, есть еще пещера, куда можно еще слить воды. Немало. Ага, тут наоборот, еще отсюда вот можно воды слить, как раз таки сюда. Черт, черт, черт. Так. Подышать надо. Дышать воздухом. Нормуль. Жить можно. Я куда-то отрылся, но в принципе быстро справился. Так, возьмем палочку светящуюся, кинем. Так, вот через эту дырку надо спустить воду. Да? Возможно. Надо спустить воду. Я вот все думаю, зачем я все время роюсь там, где есть вода? Я не знаю, у тебя мания. Нездоровая, да? Нездоровый такой интерес к воде. Я просто вот сейчас думаю, думаю, зачем. Считай, постоянно рискую туда-сюда, пока шарюсь. Проще ли рыться там, где сухо? Прикинь, водопад, короче, сделался, но он не хочет никак кончаться. То есть, я не вижу, чтобы он залил до конца пещеру. Она все время куда-то уходит, вода. И это напрягает немного. Складывается впечатление, что как будто там дна нет или чего. Видимо, она очень глубокая, раз такое происходит. Потому что я вот смотрю... Сверху прилично воды спустилось. Сюда. Прям заполняется так, наш не по-детски.
Давай немножко подкопаем, чтобы добраться до истины. Посмотреть, где тут еще есть пещеры. Или хотя бы были пещеры. Понятно. Можно тоже, да, затопить. Как бы. По сути. Ого. А, эту пещеру я уже, по-моему, топил как раз-таки. Что у тебя мания затопить за это? Мне объясни, пожалуйста. Я не знаю, мне хочется затопить. Я просто хочу затопить ее. Я тут пахиваю, значит, добываю, пытаюсь что-то найти, а он тут топит все подряд. Ну, я тут смотрю, просто вроде какие-то такие эти несерьезные пещеры есть водные. Я думаю, дай-ка я их затоплю. Понимаешь? Ой, прикинь, это оказывается отдельное, да, было? Ну, бассейн отдельный был. Это не тот, который я, он, как бы, знаю, бассейн. Черт. Ну ладно. Я надеялся, что это единое целое. Оказалось, что я отдельный бассейн целый, считай, осушил. Подводный басик. Сейчас я все равно здесь разломаю немного воды. Хочу взглянуть, насколько ее меньше станет водицы. Слушай, ее значимо меньше стало. Я слил верхушку, смотри, она куда-то ушла. Если посмотреть, вот смотри, видишь, да, как бы? Она ушла, вода. Значит, там очень глубоко, скажу я тебе. Стоит задуматься. Ой, я что-то нашла. Что-то? Да. Лет, что такое? Не знаю, откуда я знаю. Я же не вижу. Я, может, неправильно читаю, извиняюсь сразу. Что такое ты нашла? Что я нашла? Что-то нашла. А вот тут показываешь, что это что? Офигеть, здесь яма была, прикинь. Там целый данж, похоже. Поэтому вода сюда и ушла так легко. Целый данж. А почему вода сюда ушла? Просто целый данж. Не знаю, хочу кислорода отрыть. У меня сегодня как не получается. Так, у меня кончились факелята. Представляешь? У меня, кстати, тоже кончаются. Я сделал немножечко себе. Бегу дальше. Там что-то мерцает. Какая-то сокровищница небольшая есть. Пойду попробую ее отрыть. А вот что интересненькое там найду, мало ли. Так, тем более вот эту часть я еще не затопил. Надо тоже затопить. Ты же понимаешь, раз уж я тут много чего позатапливал, я же должен все затопить. Иначе будет неинтересно. Не так ли? Вот пошла вода. Похлестала. Часть открываем доступа. Погнали дальше. Да, тут... О, прикинь, здесь эти рельсы сделаны, проложены. Представляешь? Офигеть. Реально, рельсы сделаны. Идут откуда-то оттуда, сверху. Пойду гляну. А? Что-то там есть. Там что-то есть? Кто-то есть. Ой, ты ко мне в гости пришел. Парнишка в гости пришел тебе какой-то? Ну. Не оборзел ли, а? В гости при мне шелом ходить к тебе. Ахунбяка.
прикольно, если была бы вагонетка, можно было бы прокатиться по рельсам, представляешь? О, вот они здесь, оказывается. Рядышком с нами были. Соберу немного этих траков. Так. На будущее. Что там у нас? Пещера. В пещере есть интересные вещи.